Всем привет, ребята! Вы на канале Эксперименты и Опыты. Кому нравится это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А сегодня у нас в обзоре такая штучка. Это такой термометр, который показывает температуру, время, температуру в доме и на улице. Давай всем итог покажем, развернем. Вот так. Вот такая штука. И вот это шнурочек, чтобы крепить его к окошку. На улицу, да? Да. Давайте его распакуем. О, не идется. Может, мы возьмем ножницы? Давай. А, вот здесь, вот сюда. Вот здесь будем... А, нет. Куда? Где резать? Ну, неправильно, я же взял ножницы. Вот так. Вот так. О. Ножницы не режут. О! Режут. Это супер ножницы. Я думала, ножницы. Ножницы Супермена. Ага. Дальше буду с другой стороны. Хотя я могу и вот так. О! Так получается? Yes! Ого, какой ты сильный. Да. Вот. Может, нужно по периметру? Ага, инструкцию достали. Давай прочитаем инструкцию. Подожди. Сейчас попробуем достать. Это как видите, обычно макулатурка. Макулатурка? Ну, так инструкцию нужно. Здесь нужно опять подрезать. Пальцы. Сейчас по пальцам. Смотри аккуратно. И дальше я уже сам могу. О, нет. Ты помочь? Нет. А, все-таки помогайте. Пытаюсь его поставить, телефон, чтобы все видели, что же мы с тобой делаем. О, вот здесь, и вот здесь еще надо подрезать. Давай помогу. Аккуратно, аккуратно ножницы. По всему периметру. Давай ножницы. Вот. Вот как вот так закреплен и они батареи. Со шнурочек мы достали? Да, он тут крепится. Так, угу. Вот здесь пленочка. Давай всем показывать. Вот, смотрите, что это за прибор. Такой. Ну, поверни вот так. Вот у нас такой приборчик. О. И теперь снимаем пленку. Теперь вставляем батареечку. А, я просто так не распакуешь. Аккуратно ножницами. Аккуратно пальцы. Там отвертка не нужна? Что за кнопка? Можно посмотреть? А, вот. Вот оно как. Сняло. Ой, ничего страшного. О, а где? Где тут? А, тут не... Так, ну... Ух ты! О! Уже заработало. Другой стороной сначала.
Мама, поможешь? Закрой. Сюда закрой. Нет. Ну, можно и так. О, сразу покажу. Что, на улице минус 25? Нет, его надо выставить. Время нужно выставить. Так, а сколько сейчас времени? Который сейчас час? Сейчас час 12:28. Давай всем тоже показывать. Ты чудо прибор. Что-то наклацал. Давай-ка я сниму батарейку. Еще раз. Поэтому нужно, наверное, взять инструкцию. И прочитать. И прочитать. Вот, какая-то такая интересная у нас инструкция. Маленькая, запечатанная. Ищи польский. И всем читай. Как выставить? Так, где у нас тут польский? Тут может браться еще и по картинкам. А вот. Вот их подключаешь сюда, тут. Короче, непонятно. Непонятно, потому что ты не нашел польский. Вот польский. Вот начало польского. Угу. Что такое это за кнопка снус? Я опять все сбил. Мы пока отключаемся. Пока мы разберемся, да, с этим прибором. Да.